Тем временем в Баку состоялось мероприятие, посвященное гастрономии Западного Азербайджана, основная цель которого – возрождение национальных блюд Западного Азербайджана. На мероприятии были представлены образцы древней и богатой гастрономической культуры этого региона, его уникальные блюда. Передача из поколения в поколение древних и богатых культурных традиций азербайджанской кухни является моральным долгом каждого азербайджанца. Об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Фуад Нагиев на мероприятии, посвященной гастрономии Западного Азербайджана. Цель мероприятия заключалась в демонстрации некоторых образцов древней и богатой гастрономической культуры Западного Азербайджана, его уникальных блюд и традиций. В мероприятии приняли участие представители международных организаций и посольств, действующих в Азербайджане, а также общественные деятели. Кухня Западного Азербайджана для нас является не только частью богатого культурного наследия, но и стратегическим вопросом. Это подтверждает то, что наш народ на протяжении тысячелетий жил на своих исторических землях и что наши предки на протяжении тысячелетий создавали здесь богатое наследие. Изучение культурных образцов, фольклорных примеров, традиций, обрядов, ритуалов и кухни этих территорий еще больше укрепляет нас в мысли о возвращении на исторические земли. Мероприятие не только познакомило гостей вечера с кулинарными традициями Западного Азербайджана, но и внесло значительный вклад в развитие гастрономического туризма. Организаторы уверены, что подобные события могут привлечь еще больше туристов, желающих познакомиться с богатой культурой и кухней Азербайджана. Как вы знаете, у Западного Азербайджана очень богатое культурное и гастрономическое наследие. Государственное агентство по туризму является одним из организаторов мероприятия «День гастрономии Западного Азербайджана». Целью проведения мероприятия является сохранение наших исторических национально-культурных ценностей, а также кухни Западного Азербайджана. Во время мероприятия была организована дегустация блюд, приготовленных поварами и кондитерами, хорошо знающими западно-азербайджанскую кухню. Информация о блюдах, их истории и особых ингредиентах была представлена на азербайджанском и английском языках. Бриллиант Исламова, Анар Алиев, CBC. Сегодня